свежескошенное поле. Интересно, насколько оно ровное. Вон аист гуляет по ровному полю. Да, травка-то не сказать, что маленькая. Конечно, не очень большая. Не, ну сесть-то, наверное, можно. При желании. Есть у вас желание, чтобы я сел? Или нету? Колбасит, правда? Сесть, что ли, покататься по полю? Походить по базару, поискать кое-какого товару. Главное, каменюку какую-нибудь не найти. Ровненько. Не, ничего. Тормозить-то будем? Ничего так, полянка. Травка только местами большая. Не, можно, конечно, и так взлететь. Ой! Вот так вот, поперек-то, колеи. Садиться надо вдоль покоса, чтобы если колея будет, то она хотя бы не сломает переднюю вилку. Потряхивает, да. Не сильно ровно-то. Ну вы хотели, я сел. Хотите, чтобы я взлетел? Кто скажет нет, заблокируй нахрен. Больше на канал не войдете. Немножко в горку взлет получится. Ну что, шикарный аэродромчик. Очень шикарный. Сейчас вот тут развернемся. И будем взлетать. Я надеюсь, нам для этого не очень много понадобится места, хотя и в горку. Вот тут должно быть хорошо. Погнали. Вот так вот. Да-да-да, против встречного ветра. Милое дело. Чего же не взлетать-то? Вот так вот. Шикарно, шикарно. А поле все еще не кончилось. Мы уже набрали вон 70 метров, а поле все не кончается. Зато колбасня более-менее кончилась. Вот можно хоть трапецию отпустить. А то до этого летал, только успевает крены выравнивать. Ну что тут у нас? Фур не видать. Одни дачники куда-то пилят. Там что-то сломался, стоит перед деревней. А, я же совсем забыл, я же хотел слетать, сесть на асфальт, а не на поле. Руками машут, понимаешь ли. Радуются, что увидели летающую тарелку треугольной формы.
Вон там фура какая-то едет. Включаем рацию. А здесь реклама. Вот зараза. Опять не дадут мне фуры заболтать. Это правда не фура. Сейчас помельче. Такая бочка. С желтой кабиной бочка, слышишь меня? Грузовичок, с желтой кабиной бочка, слышишь меня? Похоже, не слышишь, или рации нет, или рекламщики все забивают. Вот так. Как с этими рекламщиками бороться? Только отстреливать. Другого варианта нет. Вирус какой-нибудь по рации. Возможно запустить?